Я думаю, что надо просто повышать свой интеллект. И тогда все будет как надо. То есть, да, мы должны быть в курсе всех событий. Понятно, что там нужно вычленять что-то из того, что, как бы говорится, понимать, что как, дозу как бы, пропаганды во всем этом. Но это интеллект, безусловно.